Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Здравствуйте! Чтобы вылечить грипп в домашних условиях без осложнений, мало знать, сколько нужно пить воды лично вам, в зависимости от вашего пола, возраста и уровня здоровья как минимум. Такое видео на моем инстаграме уже есть. Нужно знать, когда пить воду правильно. И полезный совет диетолога от меня вам. Воду нужно пить целый день. Иными словами, круглые сутки. Если вы ночью решили отдохнуть и не пьете воду, то ответ на вопрос, что будет, если заболел ребенок, будет высокая температура и токсические осложнения. Если заболел взрослый, будет еще хуже. Вы до утра можете не дотянуть, может развиться острая дыхательная недостаточность, и продолжать лечение гриппа вы уже будете в госпитале. Но важно еще и воду какого качества пить. Всего один стакан неправильно подобранной воды может нарушить ваш уровень здоровья. Об этом вы узнаете в следующей публикации на моем инстаграм. Не забудьте поставить на это видео лайк и поделиться со своими друзьями.